Всем привет, вы на канале Алекс Про, и это видеообзор игры LEGO Bionicle. Сразу что хочется сказать об этой игре. Собственно, игра построена про героев знаменитой серии LEGO Bionicle. Собственно, вот вы можете посмотреть Оноа, так, Гали, Пахату, Лёва, Экиму, который создатель масок, Таху и Капака. Чем отличается эта игра от серии LEGO других игр? Собственно, здесь мы можем создать своего собственного героя, используя небольшие элементы. Ну, к примеру, заменяем такой вот на руке у него, да, такой, плечо заменяем. Здесь заменим ему на ноге вот такой вот, да, элемент. Конечно, ни на что это не влияет в том плане, что урон там или количество хитпоинтов останется прежним. Просто мы можем сделать своего какого-то уникального в плане визуализации персонажа. Вот так. Ну, к примеру, давайте начнем за Пахату, да? Так, земляной товарищ. Так, начинаем. Кстати, если вы успели заметить, то модели это не последние, в плане не 17-го года, а модели 15-го года. Так, игра началась. Начинаем вырубать различных пауков, вот этих вот черепные пауки. Появляются новые какие-то злодеи. Вот смотрите, еще идет на нас, прет прям, как настоящий танк. Какой-то серьезный злодей. Относительно повреждений. Ах, вот смотрите, получили повреждения и слетела маска. Летела маска. Вот. А еще разочек нам дали по башке уже без маски. Оп, поэтому нужно было как бы восстановиться. Все, вырубили всех этих негодяев. Отлично. Идем вперед дальше. Так. Против нас еще и лучник. Используем-ка супер удар. Сразу всем надавали. Осталось добить последнего черепа. Отлично. А еще есть. Ну и сейчас этого добьем. Игра очень динамичная и, в принципе, воссоздает атмосферу самого мультфильма, да, самой истории LEGO Bionicle. Храбрые воины сражаются против злых всяких монстров и, опять же, злых воинов. Сейчас это первые уровни, поэтому здесь все идет относительно легко и просто. Отлично. Вот, новая часть получена. Так, вот такой вот у нас победный вариант был первый. Первый бой.
наш Пахата улетит. Но я предлагаю все-таки посмотреть на более интересный бой, а именно битва с боссом. И давайте, к примеру, выберем какого-нибудь другого героя. Давайте, наверное, Таху возьмем. Смотрите, для Таху мы получили вот такой вот наплечник. Ну, пусть будет, да, стеклянный. Так, я уже победил 4 боссов, остался последний, 5-й босс. Делаем вот такой вот скриншотик обязательно. Так. Ну вот битвы с боссом здесь действительно очень сложные. Воинов тут полным-полно. И боссы сложные. Кстати, что касается самих моделей, вот модели 17-го года, которые были выпущены компанией LEGO, собственно, Bionicle. На мой взгляд, значительно качественнее проработаны, более такие мощные, грозные, что ли. В общем, серьезные ребята. Так, а что ж такое? Перебили, остались последние черепа. И как вы видите, у меня уже золотая маска. Золотая маска дается за то, что убиваешь врагов. И, собственно, впоследствии увеличивает урон. Не намного, конечно, но где-то на 50%. Ну и дает еще одну, как бы, дополнительную жизнь. Давайте используем суперудар. Смотрите, как легко и просто Пахату расправился со всей армией этих злодеев. Ай, налетел на этого, на шипастика. Что касается суперударов, есть тут еще вот такой вот у нас призыв помощника. Помощник появляется, оглушает ближайших врагов. Собственно, потом их можно будет бить. Так. И вот за этой дверью, кстати, открывается наш последний бой. Поскорее бы перебить всех этих бандитов мелких, хулиганов, так сказать. И приступить уже к борьбе с основным злодеем. Обычно просторная здесь зона. Опа, смотрите, какой сильный босс. Боссов здесь можно бить, но часто, кроме первого, по-моему, только когда уничтожаешь всю его охрану. А до этого он находится как бы в состоянии неуязвимости. Вот теперь начинаем ему насыпать тут. Насыпаем, конечно, не очень, потому что он ограничен в плане урона. Используем суперудар обязательно. И продолжаем насыпать. Отлично. Отходим чуть-чуть. Так,
кстати, как насчет вашего любимого героя? Как вы считаете, кто из этих героев является самым сильным, самым красивым и, пожалуй, самым полезным в команде LEGO Bionicle? Пишите обязательно об этом в комментариях. Вот. Рассказывайте свою историю, почему вы считаете именно так. С его стороны, хорошие, плохие. Ай, не успел, буквально чуть-чуть, да? Не успел чуть-чуть к нему подойти, и он уже стал неуязвимым. Так. Опять, пожалуй, нужно использовать суперудар. И быстренько ему навалять. Так, по моим подсчетам, еще примерно 3 раза необходимо проделать эту процедуру. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Используем суперудар обязательно. В смысле, все? А, и у меня был не полный суперудар, да, у меня был суперудар на одну клеточку. Поэтому он поразил врагов только в небольшом радиусе. Так, последний жучок остался, добиваем жучка. И начинаем мутузить нашего босса. Босса рогатика. Такой вот с рожками, да, такой опасный демон. Но чтобы он казался менее опасным, будем называть его рогатик. Так. Ну давай, 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 поднажми. Есть. Готов, рогатик. Все, не смог подняться. Получили новую часть. Наилучшая комбинация. 42 удара. Так, смотрим, что мы получили. Операция завершена. Невероятно! Других героев. Выполни их миссии, чтобы получить доступ к бонусным уровням и элементам, задаваемым пользователям. Отлично. Смотрите, полностью история по хату пройдена. Но давайте посмотрим, что у нас теперь тут есть. А именно, как же наш Экиму. Теперь Экиму открыт. Такой вот маленький, да, чувачок. То есть в 17 году он стал очень-очень большим и серьезным дядей. А здесь такой малыш, такой маленький, такой бе-бе-бе, пи-пи-пи. То есть теперь мы можем выбирать Экиму для прохождения каких-то своих уровней. Давайте, к примеру, возьмем простенький уровень, да, сюда вот так вот заглянем. Ну, вот таким он, собственно, ничем не отличается от других героев, кроме как визуализации. Всех черепов этих перебили. И идем дальше.
Серьезный парень, Акима. Так, ну что ж, на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях, пишите советы по прохождению игры, описание различных героев, свое мнение обязательно высказывайте. И ждите новых роликов. Пока-пока!